Кат Александр Александрович, отбывал наказание, Тверская область, Калининский район, поселок Металлистов, ФКУ-К-10. Həbsdən azad edilərək işğalçı rus ordusunun tərkibində Ukraynaya göndərilən hərbçilərdən daha biri əsir götürülüb. Wagner özəl hərbi şirkət tərəfindən cəbhəyə göndərildiyini deyən əsir bu şirkətin rəhbəri Prigojinin yalan danışdığını və verdiyi vədləri yerinə yetirmədiyini deyib. Əsir həmçinin döyüşmək istəməyənlərin güllələndiyini də bildirib. Братья, не счастье. Не верьте Пригожину. Он вас обманывает, своих обещаний не выполняет. Он ведёт всех на убой. Здесь ад. Про роту свою расскажи, что с ним случилось. Я попал в роту обиженных, который возглавлял Хрусталев Сергей. Стреляют своих. Не знаю, что просто то, что человек не хотел воевать, его застрелили. Кто застрелил? Хрусталев. Что сейчас с вашей ротой? Ее распределили. Кого-то в тыл, кого-то в резерв, кого-то в штурмовую бригаду. Что со штурмовой бригадой? Они уходили куда-то на задание раньше нас. Много погибло? Неизвестно. Что? Не знаю. Так. Давай, перезвучим.